кратенький видос о буднях гаража. 12 декабря, время чуть больше 2:30 дня. Только зашел, 0-0 на таймере. На градуснике тоже можно сказать 0-0, 1 градус тепла. Последний раз проверим 6-ю добросборку. Сейчас буду звонить человеку, посреднику, пускай забирает в конце концов, потому что надо еще один комп собирать. Братан дровишек завез, целый пакетик. Всякая колотая фигня. Сейчас поставлю печку на растопку и пойду снежок покидаю. Немного, но надо порядок у гаража навести. Итак, в гараже уже 57 минут, грубо говоря, час. Время у нас 3:45. 46 минут. Добросборка номер 6 в стресс-тесте идет. Все без боев, без тротлинга. Сейчас отключу ее, наверное, и позвоню насчет передачи. Печка топится. В гараже по-прежнему холодно, всего 5 градусов. Сама печка у нас почти 200 градусов. Новомодный теплообменник 33 всего. С него пока 27 градусов выходит. Батареи идут по большому кругу, точно так же 27 градусов, чуть теплые. Надо сегодня братану восстановить вентилятор переносной для баньки 12-вольтовый. Заодно не знаю, вот коробка лежит с тех выходных от Никитоса, привез колонки. Что-то с ними надо сделать, но так и не сказал, что. Может, обзорчик запилим между делом? Распаковал. Это свеновские колоночки, 2.0 мультимедиа спикер систем, моделька SPS 619. И, блин, они полностью в пленке. Здесь вон пакеты от каждой колонки, провода все смотаны, жгутиками скручены. Но все равно попробуем, сейчас музыка докопируется, хрен уж с ними, с авторскими правами. Зажгем в этой дыре по полной. Запас по громкости неплохой. Сейчас на винампе полная громкость, на системе полная громкость. Где-то процентов 15, уже довольно громко. Паника змеёй ползла, я сейчас достану козырь. Да, мы империя зла. Мы заморщик, шарим по карманам спящих. Мило щуримся на солнце. Каждый наш район сафари по сравнению с вашим бронзом. По красной площади гуляют звери, но не средства. Мы на мировой войне не видели. Да, на полной громкости, само собой, хлебают. Опять же, наверное, не настроен еще эквалайзер у меня. Сейчас проверим. Да нет, эквалайзер настроен более-менее. Включен. Империя зла. А что вам сказать? В принципе, для офиса вполне нормально. Такие, короче, колоночки Свены SPS 619. По звучанию громкость для офиса вполне достаточно. Баса 2 из 10, не более. Высоких, в принципе, достаточно. Где-то 6-7 из 10. Расширение стереобазы я не нашел переключателя. Выглядят очень симпатично. В принципе, как домашняя стереопара вполне пойдет. Здесь есть у нас еще гнездо дополнительное для наушников. Внутри было понятно, что это регулировка высоких частот и уровень громкости. Больше ничего нету. На задней стороне расположен только выключатель. Power on, power off. Вторая колонка, соответственно, полностью пассивная. Просто динамики. Итак, в гараже уже 2 часа. Температура 10 градусов. Все равно холодно. Добросборочку пока убрал. Слазал в яму. Достал кое-что для последующих проектов, для роликов. Тут вот торпеда семерочная или пятерочная, не знаю. Пара клавиатур. Надо бы тоже их отревизировать. У одной такое вот гнездо прекрасное. Второй... Вообще шикарно, да? Все вырвано нафиг. Сейчас займусь 12-вольтовым вентилятором. Вскрыл блок питания, который был в комплекте с этим вентилятором. При подключении вентилятора гаснет светодиод. То есть он вроде как рабочий, но уходит то ли в защиту, то ли что. Я думаю, что надо вот этот транзюк выпаять. Быстрее всего дело в нем. Или вообще оставить чистодиодный мост с конденсатором на выход. Проверим. Если не пойдет, то можно использовать вот этот 9-вольтовый. Меньше оборотов будет, но будет работать. Или вон там валяется у меня радиотелефон, там тоже блок питания 9-вольтовый. Попробуем. Еще где-то блоки питания от радиотелефонов были, надо поискать. Как и предполагалось, неисправность была вот в этом стабилизаторе напряжения. Это у нас, хрен сфокусируешься, да? 78L12, ну это аналог нашей крен 12А, наверное, да?
стабилизатор напряжения. Сейчас без него все работает, светодиод горит, правда, по-моему, слишком ярко, но ладно. Вентилятор работает. В общем, все собираем. Итак, почти 4 часа в гараже, 3.47, 14 градусов, все-таки потеплело, дров сжег уже немерено. Добросборку номер 6 забрали, сейчас у меня, грубо говоря, добросборка номер 7 уже на столе. По этому компу, наверное, сделаю отдельный видосик, надо будет отсняться сегодня, значит. Там у нас AMD-шка. Сейчас закопирую туда музыку, системник уже настроен, я не помню, видос по нему, по-моему, был. И отдельно по добросборке еще видосик сделаем. Это 7-я добросборка, пойдет моему знакомому, тоже живет в деревне. Там все туго с магазинами, у них там был ноутбук, он, короче, навернулся. Поэтому надо собрать полностью весь комплект, найти клавиатуру, почему я и вытащил вот эти две клавиатуры ремонтировать. Также... Лёшкин магнитофон, на который как-то я снимал обзор и ремонтировал. Его вместо колонок будем использовать. У него искусственный, так скажем, AUX есть. Надо будет спаять провода или вот этот заюзать, посмотрим. Монитор Acer тоже пойдет в добросборочку. С клавиатурой разберемся. Мышку, я думаю, найдем. Итак, добросборка собрана. Монитор рабочий, клавиатура тяп-ляп работает. По-моему, пейдждаун не работает. Мышка, в принципе, рабочая. Вторая мышка не заработала, к сожалению. Так, в гараже уже 6 с лишним часов, время 9 вечера, печка час как скрыта, то есть не топится, температура где-то с 14 до 12 упала. 6-я добросборка уехала, 7-я добросборка собрана, монитор, магнитофончик вместо колонок, клавиатура, мышка, все есть в комплекте. Единственное, сделал все для всех, опять для себя ни хрена не сделал, не напилил полок, не распилил направляющие. Ладно, завтра будет день, еще хотел блок питания перебрать, сделать типа стационарничка какого-нибудь дежурного, потому что он сейчас в нынешних реалиях только к 478 сокету подойдет. Здесь у нас 20 ATX без 4 пин и ни одного SATA разъема питания, хотя это можно адаптерами решать, но блок питания уже повидавший виды, довольно слабенький, 350, весь темный, весь какой-то несуразный, 80-й вентилятор. Короче, мы его со временем переделаем, возможно, будет видосик. Вентилятор братану сделал, блок питания починил. Сейчас допью кофе, почешу домой. Если понравилось такое вот лайфовое живое видео, так скажем, бестематичное, ставьте лайки, подписывайтесь на лайв-канал, на инстаграм, на основной канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там скоро будет, возможно, небольшое обновление. Сегодня был 12 декабря. Когда вы смотрите, я не знаю. Надеюсь, завтра или сегодня смонтирую. Всем всего самого наилучшего и всем пока.